Пропаганда здорового образа жизни, укрепление дружеских связей между сотрудниками различных подразделений и популяризация спорта. Вот главные цели, которые поставили перед собой сотрудники ядерного центра в НЕФ несколько лет назад, когда приняли решение организовать в нашем городе турнир по пляжному волейболу. Это направление у нас до 2013 года не сильно было развито. Развивать его начали наш председатель Вячеслав Кайдыш и активист Александр Краев. С тех пор традиционно каждое лето сотрудники градообразующего предприятия по выходным встречаются на спортивной площадке и пробуют свои силы в пляжном волейболе. Но если в соревнованиях на первенство РФЯЦ в НЕФ по классическому волейболу участвуют, как правило, около 20 команд, то в пляжном волейболе участников гораздо меньше. В этом году побороться за звание лучшего вышло 5 сборных. По словам организаторов, это оптимальное количество для турнира, проходящего по круговой системе. Так каждая пара сможет встретиться со всеми соперниками и при этом не ждать долго своих игр. Три пары – это постоянно тренируемся мы на Боровом каждый день, когда есть погода. Две пары вот новые образовались – отец с сыном, и молодые люди пришли. Тоже приятно, что новые лица появились. Изменилось и место проведения открытого турнира РФЯЦ в НЕФ. Раньше игры проходили на площадке на озере Боровом. Сегодня тренировки и соревнования организуют на стадионе «Авангард». И пусть площадка пока маленькая, но в планах у сотрудников ядерного центра довести ее до идеала. Я вижу, что… Допустим, когда мы не тренируемся, отдыхающие также играют, пусть не по всем правилам пляжного волейбола, но стараются играть через сетку, поэтому приятно. Поэтому мы сделали здесь еще одну площадку. Дальше я знаю, что вот эта территория, она будет развиваться в плане того, что здесь будут чистить, по-моему, вот реку. И будет организована уже более достойная, скажем так, площадка по всем правилам. Елена – единственная женщина на спортивной площадке. Она – инженер одного из конструкторских бюро ядерного центра. В свободное время Елена увлекается волейболом и уже много лет принимает активное участие в различных соревнованиях ядерного центра и города. Несмотря на то, что в пляжном волейболе спортивная площадка меньше, да и каждая партия длится до 21 мяча, а не до 25, как в классике, играть в него значительно сложнее, признается девушка. И дело не только в палящем солнце и духоте. Из-за песка тяжелее и бегать по всей площадке в паре. То есть один, например, на блоке, а другой должен закрыть то место, куда, например, нападут, угадать, ну, либо добежать. Для Елены волейбол действительно неотъемлемая и важная часть жизни. Благодаря этому виду спорта и работе на градообразующем предприятии девушка познакомилась со своим супругом Евгением. Изначально играли в волейбол, то есть он отдельно играл в волейбол, я за сборную города играю в классику. Потом только я узнала про пляжный, пришла. Мы, кстати, познакомились, мы как раз на пляжной площадке. Спустя годы они продолжают играть в любимый волейбол. И специально для них организаторы изменили формат турнира и разрешили участвовать в семейной команде. Ну, он играет, я играю детей бабушкам. И поиграть нужно хоть разочек. Зимой супруги играют в разных командах в классический волейбол, а летом перебираются на свежий воздух. И вот уже 3 года Елена и Евгений выступают в одной команде по пляжному волейболу на открытом турнире РФЯЦ в НЕФ. Евгений согласен с супругой, что на песчаной площадке играть гораздо сложнее. К тому же значительно меняется техника игры. Волейболист становится универсалом и должен быть одновременно защитником, нападающим, уметь правильно поставить блок и дать хороший пас напарнику. Сил много надо потратить здесь в пару на пару, когда играешь. Выкладываешься полностью. Турнир «РФЯЦ в НЕФ» длился несколько часов. В результате жесткой борьбы семья Гутниковых заняла 3-е место в турнире. За звание лидеров турнира боролись сотрудники завода в НЕФ. Как итог, серебро забрали Алексей Губанов и Максим Левкин. Победителями стали Марат Мещеров и Максим Васин, обыграв своих соперников всего на 2 очка. Следующие игры по пляжному волейболу пройдут уже в эти выходные. 27 июля, если позволит погода, на пруду Боровом состоится открытый городской турнир. Формат будет зависеть от количества команд-участниц. Попробовать свои силы в пляжном волейболе приглашают всех желающих в возрасте от 14 лет. Турнир проводится в Глазове, Зеленогорске, Новоуральске, Заречном и Сарове. В каждом городе проходит 4 отборочных этапа. В этот раз саровчане соревновались в 2 дисциплинах – подтягивании и отжимании на брусьях. Гостями атомного воркаута стали профессионалы из Москвы – Михаил Китаев, Наталья Малеева и Дмитрий Кузьмин. Всегда хочется привести в Саров ребят, которые действительно профессионалы своего дела, потому что хочется показать, насколько максимально этот вид спорта, а это уже вид спорта, позволяет вот развивать
свое тело и, ну, действительно получать удовольствие от того, чем ты занимаешься. Спортсмены из команды «Мутант Клан» выступили судьями соревнований. Как расположить корпус, вытянуть руки и сколько может длиться передышка. Жюри объяснило участникам правильную технику выполнения упражнений. Мастера воркаута показали, каких впечатляющих результатов можно добиться, если усердно тренироваться и работать над собой. Участники делились на две категории – младшая и старшая. В турнирную таблицу шли результаты спортсменов старше 16 лет. Юные любители воркаута состязались вне зачета. За каждое подтягивание конкурсант получал 2 балла, за каждое отжимание на брусьях – 1. Роман совсем недавно увлекся воркаутом и решил поучаствовать в соревнованиях, чтобы продемонстрировать то, чего достиг. Сегодня пришел на стадион, чтобы попробовать себя, посмотреть на результаты и, ну, вообще посмотреть, к чему стремиться. Хотел бы и со временем солнышко научиться делать. И там какие-то клипы. Победителем соревнований стал Олег Сугробов. У всех желающих еще есть шанс проверить свои силы. 11 августа пройдет 3-й этап атомного воркаута. Все победители отправятся на межгородской финал, который состоится в Удмуртском Глазове 7 сентября. Дарья Козина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Более 100 участников из разных городов прибыли на традиционное открытое первенство Сарова по лыжероллерному спорту. Лучших определили на дистанции 4,5, 7 и 11,5 километров. Лыжники все-таки готовятся к зимнему периоду. И какие-то срезы подготовки все-таки они должны быть. И поэтому здесь можно посмотреть, как ты готов вот именно на этом этапе подготовки. Первыми на старт вышли самые юные участницы, которые соревновались на дистанции 4,5 километра. Лучший результат в этой возрастной группе показала представительница Республики Мордовия Екатерина Никитина. Ну, у меня до этих соревнований было 2 сбора с Николаем Евгеньевичем Седовым. Вот. Ну, как бы готовилась в основном хорошо, как бы тренировалась, выкладывалась на все 100% на тренировки. Вот результат. Саровчанка Яна Сабитова старательно готовилась к этим соревнованиям. В спортивной школе Олимпийского резерва «Атом» она занимается более 7 лет и регулярно принимает участие в состязаниях. В прошлом году Яне не удалось побороться за главные призы, но в этот раз она выложилась на максимум и заняла 3-е место. Тяжеловато, да, было, потому что были на спусках резкие порывы ветров, ветров, и маленько как бы сдувало, износило лыжероллеры маленько не в ту сторону. Медали разыграли в 6 возрастных категориях. Победители и призеры получили грамоты и памятные призы. Заниматься бегом Максим Кистанов начал 24 года назад. За это время мужчина успешно представил наш город на различных областных и всероссийских соревнованиях. В июле Максим Кистанов стал победителем марафона «Малый Китеж» в Городце. Куда я поехал? Просто как для тренировки, думаю, тренировку пробегу, если сильных ребят не будет. А как оказалось, как всегда, приехали знакомые ребята с Нижнего Новгорода, тоже не слабые, так скажем, соперники, помоложе намного. В этом году в соревнованиях приняло участие более 100 человек. Всем им предстояло пробежать дистанцию 42 километра 200 метров. В этом году трасса была такая, скажем, специфическая. Выбегаешь из города и бежишь по оживленной магистрали, практически нигде полицейских, которые могут тебя отгородить от машин проезжающих, не было. То есть бежишь на свой страх и риск по бровке дороги. Не только сама трасса оказалась сложной, трудностей добавили и погодные условия. На финише спортсменов встречал сильный ветер. Когда уже бежишь на пределе практически, это сильно сказывается, как в стену упираешься. На последних километрах, да, это очень сильно сказывается. Ты бежишь на результат, хочется выиграть, естественно, там какие-то призовые деньги, либо какие-то материальные такие вот призы. В планах Максима Кистанова выполнить норматив кандидата в мастера спорта. Сейчас он готовится к очередным соревнованиям, которые пройдут 25 августа в Самаре. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.